Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную шапочку, которую я увидела на просторах интернета на Дэвиде Бекхэме. То есть связана она обычной резиночкой 2х2. Как вы видите, она бесшовная, то есть связана она сплошным полотном. Можно ее связать как на круговых спицах, так и чулочных. Вот такая вот шапочка замечательная у меня связана черным цветом. В зависимости от выбранного вами цвета можно связать шапочку как женскую, так и мужскую. То есть у меня черная мужская, вы можете взять любой другой цвет. Также, в принципе, черный цвет считается унисекс, поэтому можете использовать и черный цвет для женщины. Вот, в общем, на свое усмотрение. Моя шапочка рассчитана на объем головы где-то приблизительно 56 сантиметров, то есть 55-56 мужская, мужской обхват головы. Опять же, можете взять любое число петелек кратное 4, то есть от 90 где-то приблизительно 6 петелек можете взять, то есть минус 4, то есть 92, в общем, от 92 петелек до где-то приблизительно 100. Ну, где-то до 100 петелек, можете даже 108, если для обхвата головы, где-то приблизительно 58-59, то есть для более широкого обхвата головы. Она такая вот кажется узенькая, но тянется очень хорошо благодаря резиночке. Высота ее 26 сантиметров, хотите, можете связать подлиннее, то есть в зависимости от вашего вкуса и насколько вы хотите, чтобы она свисала у вас назад. У меня она слишком не свисает, а вот так немножечко с отворотиком назад. То есть, как именно на фоточке с Дэвидом Бекхэмом. Макушечка у меня вот такая замечательная получилась, ровненькая, красивенькая. Я вам покажу, как сделать и закончить вот такую красивую макушку, чтобы она у вас была не стянутая, а вот такая ровненькая и красивенькая. То есть, смотрите, она у меня нигде не торчит, все абсолютно красивенько, все гладенько в итоге получается. Рекомендую вам вязать на именно чулочных спицах. Но, опять же, если у вас нет чулочных, можете использовать с леской круговые, то есть, как считаете нужным. Хотите, можете связать просто полотнище, в итоге сделать убавление на макушке и сшить затем обычным шовчиком, либо соединительными столбиками, либо столбиками без накида, в общем, либо просто иголочкой. В общем, на свое усмотрение берете цвет, пряжу выбираете обязательно и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать полушерстяную пряжу. Это турецкая от фирмы Alizelana Gold. В ней 240 метров 100 граммах полушерстяная черного цвета. Также я буду вязать спицами номер 3,5. Буду использовать чулочные спицы. Вы хотите, можете использовать круговые спицы номер 3,5. То есть вязание у нас будет по кругу, поэтому можете использовать как чулочные, так и спицы на лесочке. Будет вязание без шва, то есть шапочка без шва. Шва без сшивания, крючок и ножнички. Также нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Для начала набора петелек отступаем от начала нашего мотка где-то сантиметров 60-70 и начинаем набор петелек. Изначально я набираю сначала на одну спицу 2 петельки, для того чтобы не были они растянуты крайние. Затем приставляю вторую и набираю еще 98 петелек. То есть 100 петель нам нужно для шапочки. Плюс одну петлю мы с вами наберем лишнюю для замыкания вязания в круг. Итак, 3 петельки, далее 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 101. На спицах на двух у нас набрано 101 петелька. Теперь смотрите, мы берем, распределяем все эти петельки на 4 спицы. 100 поделить на 4 это 25 петель. Плюс на одной будет одна лишняя петелька. Итак, начинаем вытягивать спицу, на которой у нас набраны вот эти 2 петельки. И вытягиваем не до конца, а оставляем на ней четвертую часть общего количества. Ну, то есть я пока сейчас делю на глаз на 4 части. Хотите, можете сразу уже считать 25 петелек. Для удобства я вам советую одевать на спицы
не по 25, а, допустим, 2 по 24 и 2 по 26. То есть при провязывании резинки нам это будет удобно. Итак, я пока визуально делю на 4 части, то есть переодеваю на спицу каждую из 4 частей разную, то есть делю на 4 части, на 4 спицы общее количество петель. Вот так вот. Я не считала, как вы видите, а просто поделила приблизительно плюс-минус 5 петелек на 4 спицы. Теперь нам нужно замкнуть наше вязание в круг. Для тех, у кого круговые спицы, очень просто. Вытаскиваете одну свободную спицу и начинаете вязать. Так как у меня чулочные спицы, я буду вязать вот так вот в круговую на 4 спицах, 5 ходовая. Итак, берем в правую руку нашу последнюю спицу, на которой рабочая ниточка. В левую руку первую спицу. Теперь смотрите, с последней спицы, с правой на левую, я переодеваю последнюю 101 петельку. Затем на 101 одеваю первую петельку. Вот так вот делаю протяжку и спускаю первую петельку на последнюю провязанную. И последнюю возвращаю обратно на спицу. Теперь в разные стороны тяну краешки ниточек, то есть основную нитку я тяну вверх, и вот эту вот при наборе, которая у нас кусочек, тяну вниз. Немножечко подтянув петельки, у нас вот такой кружочек получается. То есть понятное дело, что это четырехугольник, но при вязании это получается круговое вязание. Берем пятую спицу ходовую и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Мы чередуем 2 лицевые петельки, провязываем и 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Лицевые я провязываю за передние стеночки. Вот так, смотрите, снизу вверх поднимаю рабочую спицу, захватывая рабочую ниточку, у меня лицевая петелька. Изнаночная у меня так, нить перед работой, я опускаю вниз сверху спицу, захватываю рабочую ниточку и вытаскиваю. Вот так я вяжу изнаночные. Итак, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И как я вам уже говорила, для удобства нам можно перераспределить петельки, чтобы было 24 и 26. И вообще, как бы, если вам, в принципе, чтобы было удобно, заканчивайте ряд всегда 2 изнаночными, а начинайте 2 лицевыми. То есть не ряд, а вот спицу нашу, то есть вот этот вот полурядочек, скажем, четвертая часть ряда. То есть если вы будете начинать с лицевых, а заканчивать изнаночными, вам будет удобно. Ну, то есть 2 первые изнаночные не очень удобно провязывать. Особенно если у вас на одной спице остается одна изнаночная, на второй другая. То есть перенесите спицы, петельки на спицы так, чтобы вам было удобно вязать. То есть попарно, во-первых. Во-вторых, чтобы у вас ряд начинался с лицевых, а заканчивался с 2 изнаночными. То есть вам так будет просто при вязании очень удобно. Итак, у меня закончился ряд 2 лицевыми, поэтому не ряд, а спица, опять же. То я еще перенесу с соседней спицы 2 изнаночные. Мне так очень удобно и просто. Теперь я начинаю новую спицу с 2 лицевых. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. То есть можете, опять же, распределить по 24-26, хотите, можете оставить 25 на каждой спице, то есть 100 на 4, это по 25 петелек получается. То есть уже тут смотрите по ходу своего вязания и по ходу для того, чтобы вам было удобно прежде всего. Итак, в общем, мы провязываем первый ряд 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот у меня осталась 1 лицевая, я ее перенесу на следующую спицу для того, чтобы у меня было на этой спице просто 2 изнаночные в конце. Теперь снова у меня 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязывайте очень аккуратненько первый ряд, чтобы у вас не повыпадали спицы с петелек. Желательно постарайтесь как можно мягче
провязать первый ряд для того, чтобы он был у вас не слишком тугой, ну и чтобы не слишком растянутые были петли. То есть эти петельки у нас будут в начале шапочки на лбу. И чтобы было удобно, я еще раз повторюсь, чтобы не слишком туго, но и не свободно. И опять же для удобства вязания, чтобы у вас не выпадали рабочие спицы. То есть вот смотрите, я провязала, у меня спицы не ходором не ходят по петлям. Поэтому опять же смотрите и подбирайте правильно спицы под вашу пряжу. Итак, я довязываю до конца первый свой ряд. Конец и начало ряда у нас будет отмечаться вот этой ниточкой при наборе петелек, которая у нас осталась. Ее очень хорошо видно, поэтому это у нас конец и начало ряда между первой и четвертой спицей нашего вязания. Итак, я сейчас как раз с вами договорила и довязываю до конца первого ряда. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые и заканчивается ряд у меня полностью 4 спиц 2 изнаночными. А начинается следующий ряд 2 лицевыми. То есть обязательно обратите внимание, чтобы у вас совпало вязание резинки нашей 2 на 2, из которой будет состоять вся полностью шапочка. То есть если у вас 100 петель, как у меня, и начиналось вязание с 2 лицевых, обратите внимание, чтобы закончилось вязание ряда 2 изнаночными. Если есть какое-то несовпадение, обязательно проверьте полностью ряд. Может быть, вы где-то отвлеклись и провязали просто изнаночную или просто лицевую. То есть, если есть какое-то несовпадение, обязательно просмотрите. Значит, где-то неправильно провязано. Теперь, как я уже вам сказала, мы будем вязать резиночку 2 на 2. Поэтому в резинке 2 на 2 у нас первый ряд провязывается 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, как мы уже с вами провязали. Второй ряд вяжется точно так же, но смотрите, над лицевыми. То есть у нас начиналось с 2 лицевых. Над лицевыми мы будем вязать лицевые петли, над изнаночными изнаночные. То есть у меня в начале вязания идут 2 лицевые, так я их и провяжу, 2 лицевые петельки. Лицевые я буду вязать за переднюю стеночку, первая, вторая. Изнаночные за заднюю стеночку, первая, вторая. Почему так и не иначе? Если вы посмотрите расположение своих петелек, то вы увидите, что лицевые у вас состоят как бы косичка такая красивенькая. Изнаночные у вас с внутренней стороны косичка. И вот эта косичка не должна быть перекрещенная. Объясню почему. Это не столь принципиально, но если когда-то вы захотите одеть шапочку как бы с отворотиком, просто уже, скажем, одеть не как подобие шапки бини, а именно, чтобы она у вас была как бы обычная шапка с отворотиком, то вы ее уже не оденете, потому что петельки будут перекрещены, и этот отворот будет очень таким косым, некрасивым. А если вы будете провязывать изнаночные за заднюю стеночку, то петельки будут ложиться красивенько, как с изнаночной стороны, так и с лицевой. При этом у вас вязание не будет никуда уходить, перекручиваться, коситься и так далее. Будет красиво и ровненько. Это, опять же, не принципиально, это вы уже смотрите на свое усмотрение. Итак, 2 лицевые, 2 изнаночные. Полностью вяжем до конца ряда по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Довязали второй ряд до конца. И в круговом вязании точно так же. У нас конец ряда там, где вот эта ниточка при наборе, кусочек наш, остаточек. Третий и все последующие ряды мы вяжем, как и второй. То есть над лицевыми петельками двумя мы вяжем 2 лицевые, над двумя изнаночными 2 изнаночные. И каждый последующий ряд мы точно так же провязываем над лицевые лицевые, над изнаночными изнаночные. Теперь смотрите, высота вот такой шапочки обычно 26-27 сантиметров. Поэтому нам нужно провязать просто резиночкой 2 на 2, как мы с вами сейчас вяжем, высоту нужной шапочки минус где-то 1,5-2 сантиметра. То есть, если вы хотите шапочку 26 сантиметров высотой, то, соответственно, вы вяжете 24-24,5 высоту резинки 2 на 2. Теперь, если вы хотите 27 сантиметров высоту шапочки, то, соответственно, вяжете 25-25,5 высоту шапочки резинкой 2 на 2. Наша шапка состоит полностью из резиночки 2 на 2,
Плюс на завершение идет макушка. Вот для этой макушки нам нужно для окончания шапочки оставить 2, где-то 1,5-2 сантиметра. Итак, шапочку вот такую вот вы продолжаете вязать далее до нужной высоты. И я вам потом покажу, как вязать макушку. Теперь, для тех, кто вяжет на круговых спицах, я также рекомендую завершить лишней набранной петелечкой. Почему лишней? Потому что она у нас спускается, и в дальнейшем вязании она у нас счета не имеет. Она у нас просто потом при замыкании в круг, она входит именно в само замыкание, то есть в петельки количества она у нас не входит. Итак, замыкаем в круг, и отметочка вот этого начала, конец ряда, мы смотрим, сколько мы провязали рядочков. Опять же, высота шапочки круговыми спицами, оставляем напротив вот этого конца начала ряда, и мы с нового ряда, провязав высоту уже шапки, начнем убавлять нашу макушку. Итак, я провязала высоту 24,5 сантиметра, у меня получается вот такой чулок. И теперь смотрите, находим вот этот момент, где у нас начало или конец ряда, отметочку. И между первой и четвертой спицей у вас сейчас должна находиться рабочая ниточка. Итак, мы начинаем убавление. Убавление мы будем провязывать в этом ряду следующим образом. 2 лицевые мы так и провяжем 2 лицевые. Теперь 2 изнаночные мы провяжем 2 вместе одной изнаночной. Хотите, можете сразу ниточка перед работой и 2 вместе провязывать изнаночной. А можно их повернуть. Ну, то есть, смотрите, чтобы задняя стеночка была передней. То есть, я вот так вот снимаю, переодеваю и вяжу изнаночными за заднюю стеночку обоих петелек. То есть, чтобы просто не было слишком перекручено и грубо, я их буду поворачивать. Итак, 2 лицевые. Затем я поворачиваю так, чтобы у меня обе петелечки были задние стеночки спереди. И вот ниточка перед работой, я вяжу их 2 вместе. Можете просто обычным самым способом 2 вместе провязывать изнаночной. Наша задача уменьшить в этом ряду изнаночные петли в 2 раза. То есть все полностью изнаночные петли мы будем провязывать вместе. Чередовать 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 изнаночной. Еще раз повторюсь, я буду поворачивать изнаночные петли для того, чтобы они не были такие вот перекрещенные, повернутые некрасиво. Даже изнаночную сторону я всегда стараюсь делать, скажем, отлично. Я, во-первых, уважаю свой труд, во-вторых, я люблю, чтобы было максимально качественно. Итак, провязываем 2 лицевые, изнаночную вместе за заднюю стеночку я провязываю. Одной изнаночной. И все. И так делаем до конца этого ряда. Сокращаем изнаночные петли. Провязали сокращение до конца ряда. И теперь у нас получается чередование 2 лицевых, 1 изнаночной. Теперь мы провяжем так. Смотрите. Первую из лицевых мы провяжем лицевой. Затем лицевую поворачиваем, получается, с задней стеночкой вперед. И лицевую изнаночную провязываем вместе одной лицевой. Сейчас мы делаем сокращение, получается уже второй изнаночной. Первую лицевую мы провязываем лицевой, вторую поворачиваем вот так вот обратной, чтобы косичка у вас шла как бы с наклоном влево. И за заднюю стеночку провязываем вместе лицевую и изнаночную одной лицевой. Теперь снова одна лицевая. Лицевую поворачиваем косичкой и вместе провязываем с изнаночной лицевую одной лицевой. То есть у вас пошло снова красивое сокращение. Если вы повернете к себе, то у вас получается резиночка 2 на 2 плавно переходит в лицевую гладь. Снова одна лицевая, лицевая изнаночная поворачиваем, провязываем вместе одной лицевой. Снова лицевая, поворачиваем петельку за заднюю стеночку вместе лицевую и изнаночную. Лицевая, поворачиваем и провязываем лицевую и изнаночную вместе за заднюю стеночку. То есть вот такое красивое сокращение у нас должно в итоге получиться. Снова одна лицевая, лицевую и изнаночную с поворотиком, провязываем 2 вместе. Снова лицевая, лицевая и изнаночная, провязываем 2 вместе.
лицевая, лицевая, изнаночная после поворотика, провязываем 2 вместе. И так далее, то есть сокращаем полностью изнаночные петельки с нашего вязания. Мы довязали второй ряд сокращения. Теперь у нас на спицах только лицевые петельки. Получается, мы сначала в первом ряду убавили изнаночную одну, по одной в каждом вот этом рапорте из 2 изнаночных. Теперь мы убавили во втором ряду полностью все изнаночные, исключили. И третий ряд мы с вами провяжем просто все петельки лицевые. То есть абсолютно все петельки просто по рисунку, по узору лицевые. Просто для того, чтобы красивенько выровнять наши убавления в предыдущих 2 рядах. Поэтому мы 50 эти петель по кругу провяжем просто лицевыми петельками до конца ряда. Мы провязали третий ряд просто по рисунку, все петельки лицевые. Четвертый ряд мы провяжем 2 петельки вместе лицевой. То есть сократим петли в 2 раза. 2 вместе лицевой 1, 2 вместе лицевой 2, 2 вместе лицевой 3, 2 вместе лицевой 4, 2 вместе лицевой 5. И так нам нужно 25 раз провязать 2 вместе лицевые петельки. Сделали 25 убавлений подряд, и теперь мы ряд провяжем просто лицевыми петельками. То есть наши 25 петелек по кругу мы просто провяжем лицевыми. Я вяжу за переднюю стеночку лицевые, так как они у меня идут, чтобы красивой косичкой ложились аккуратненько. Вы постарайтесь также, чтобы было все ровненько и гладенько. Ведь макушка наша должна быть, я считаю, самой красивой. Вот, теперь мы делаем вот эти вот красивые петельки, чтобы у нас легли таким красивеньким цветочком. В общем, макушка наша должна быть, я считаю, плавной и красивой. Итак, я довязываю последнюю спицу. В итоге у нас получается вот такое вот красивое провязывание. Теперь смотрите, есть 2 варианта провязывания последнего ряда убавления. Либо мы сейчас провязываем первую лицевую и на нее полностью сносим все петельки. Либо еще хотите, можете провязать ряд убавлений, то есть 2 вместе провязать одной лицевой, как мы делали перед вот этим рядом просто провязывания лицевых. Хотите, можете стянуть, еще раз повторю, все петельки. Уже, в принципе, здесь довольно-таки все красиво и аккуратненько. Хотите, можете провязать еще один ряд убавления 2 вместе петельки лицевой. То есть тут уже на ваше усмотрение. Я сделаю еще ряд убавления, поэтому у меня получается по кругу 25 петелек. 25 на 2 на пару не делится, поэтому я первую провяжу просто одну лицевую, а затем уже начну сокращать 24 петелечки. То есть это получается 12 подряд убавлений. Я провязала лицевую, затем вот сейчас провязываю третье убавление, поворачиваю, далее вяжу 2 вместе лицевой, четвертое убавление, пятое убавление, шестое, одиннадцатое и 12-е, последнее убавление. У меня петельки сократились до 13 по кругу. Теперь я предлагаю вам ряд провязать просто лицевыми петельками. Просто 13 лицевых. 1, 2, 3, 4. Далее. 5, 6, 11, 12 и 13. Все, по кругу провязали лицевые. Теперь оставшиеся 13 петелек по кругу нам нужно собрать на одну петлю. Первую провязываем лицевой, затем возвращаем ее на левую спицу и начинаем по очереди с левой спицы одевать на нее петли и спускать. Вот так вот, смотрите, одеваем на петельку и спускаем полностью со спицы. Одеваем, спускаем, то есть на нее нанизываем постепенно все петельки по кругу. Сначала с одной спицы, затем переодеваем ее на вторую, со второй полностью все петельки спускаем на нее. Далее переодеваем на третью спицу.
Вот так вот. И спускаем на нее с этой спицы полностью все петельки. И вот так вот переходим плавно мы к четвертой спице, на которую одеваем эту петельку. И на нее нанизываем оставшиеся 3, в данном случае у меня, петли. Теперь берем, оставляем на спице петельку последнюю. И немножечко призатяните, то есть подтяните ее. Она у вас не должна болтаться, точно так же в серединке, обратите внимание, у вас не должно быть никакой дырки. Посмотрите, я держу пальчик ровно на серединке, никакой дырочки у меня нету. Если у вас есть, хорошо, хорошо, такими рывками, не тяните сильно ниточку, чтобы она у вас ни в коем случае не порвалась, а просто вот такими плавными рывками подтяните петельку. Сначала вот так вот спицей, а затем ручкой. Теперь берем наш крючок, который нам, я вам говорила, понадобится, и аккуратненько переодеваем со спицы на крючок последнюю петельку. Почему говорю аккуратненько? Чтобы она у вас не осмыгнулась ни в коем случае, потому что петелька у вас туго затянулась, и чтобы не сняла нам нанизанные петельки. Поэтому все аккуратненько. Еще раз подтянем туда-обратно, подергаем нашу петлю. И делаем 2 воздушные петли. Вот так вот. Из нее вывязываем 2 воздушные петли крючком. Теперь можно обрезать ниточку, но оставляем кончик для заправки. То есть приблизительно 2-3 сантиметра оставьте ниточки, не жалейте. Вот так вот подтяните аккуратненько 2 эти воздушные наши петельки. Теперь берем снова крючок. И прячем на изнаночную сторону наш остаточек ниточки. Аккуратненько вводим крючок посерединке. И на изнаночную сторону вытаскиваем наш кончик ниточки. Все должно быть максимально аккуратненько, поэтому постарайтесь как можно аккуратнее закончить. Наша шапочка, в принципе, готова. Нам осталось на изнаночной стороне вывернуть шапочку и спрятать вот этот кончик, который мы с вами при наборе петелек вот здесь вот оставляли отметочку начало-конец ряда. И с изнаночной стороны у вас теперь петелька с макушки, то есть вот эти воздушные петельки. Как вы видите, наша макушка получилась очень аккуратненькой. Такой слегка, я бы сказала, виден кружочек, но... В принципе, в жизни получается он гораздо аккуратнее, чем даже на камере. Вот, все подтягиваем, все заправляем. И теперь я вам советую намочить вот эту часть шапочки, то есть именно макушку и где-то плюс 3 сантиметра от самой макушки. Для чего? Вы вот эту намоченную часть хорошо отогните в бок, ну то есть лучше всего назад, вот где у вас вот эта ниточка, лучше всего напротив нее. Отогните и выровняйте. Вот эта мокрая часть должна у вас высохнуть ровно, красивенько, для того, чтобы был вот этот отворотик на шапочке очень аккуратным и таким вот, чтобы он не был скукоженным таким вот ровненьким, как я не знаю, как это объяснить на камеру, честно говоря. В общем, подсушите. Или хотите, можете полностью намочить шапочку, если она у вас получилась не слишком такая ровная, красивая петельки. Можете намочить ее полностью и на баночке оставить высохнуть. Опять же, сделайте небольшой вот такой вот откид назад, отворотик или как его назвать. Эту шапочку, в принципе, как вы видите, можно носить как с отворотом, благодаря тому, что мы петельки сделали не перекрещенные. Она получилась очень красивая, аккуратная. То есть она получилась как обычная классическая мужская шапка, но можно ее носить как шапочка бини с отворотиком назад. Если у вас получилась совсем худенькая шапочка, не расстраивайтесь, это так и должно быть. Почему? Потому что при растягивании на голову, вот она, наша резиночка 2 на 2 хорошо тянется. Поэтому я думаю, что в принципе у вас все должно хорошо получиться. Опять же, от длины вашей шапочки провязывания зависит вот этот вот назад откид. То есть он может быть большим, а может быть аккуратным, маленьким. Здесь уже, конечно же, зависит от того, сколько вы провязали высоту основы шапочки.
И затем я вам показала, как сделать макушку. Я надеюсь, что вам все осталось понятно. Задавайте вопросы, кому что непонятно. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!